Всем привет, с вами канал Стас Кобальт. С вами Стас Кобальт. Зашел в World of Tanks, поиграл, делюсь впечатлениями какими-то после игры. Ну, игра начала, по-моему, немного исправляться. Сейчас вот зашел на легком танке Т-54 областной, его так вот называют, так, облегченный, да. Ну вот танк вообще имбовый, то есть танк нереально такой легкий, такой он такой заниженный, его сделали. Вот, поэтому на нем играется очень так просто, очень легко. Причем он у меня такой вот, ну, то есть он вообще сейчас без всяких там накруток, без всяких там доп-пайков, без всяких, он еще даже стоковый, на нем ни пушки нету, ни гусениц, ничего нету. Я его там недавно только вот как бы купил там за это серебро. Ну, он у меня был в ангаре, как бы, вот, по, ну, там экипаж присадил, экипаж с четырьмя перками, я не знаю, по-моему, даже еще они не работают, эти перки, потому что, чтобы они работали, надо стопроцентную, ну, выкачивать, да, вот, поэтому танк нереально такой вот подвижный, нереально крутой. Вот, вообще я бы хотел бы поговорить о каких-то проблемах этой, ну, как игры. Игра пока, ну, реально исправляется, но вот не настолько. Сейчас бы хотел бы какие-то внести там свои предложения. Ну, может, кто-нибудь посмотрит. Во всяком случае, меня с Белоруссии там кто-то смотрел. Вот, может быть, какие-нибудь разработчики, ну, как, может быть, с компании кто-нибудь, не знаю. Ну, внести какие-то конструктивные предложения. Вот, как бы, что, как сделать, как исправить. Ну, понятно, что там патент, он останется, там все останется. Это, ну, сделать его чуть-чуть помягче, да, было бы вообще здорово, классно. Вот, баланс чуть-чуть поправить. Ну, есть какие-то танки, они там имбовые, да, сильно имбовые. Есть какие-то не очень хорошие танки. Ну, ладно, с этим это все понятно. Вот, ну, у меня вот, допустим, такое предложение, что, допустим, респ 30 секунд, да, 30 секунд ждать на респе, но это, извините меня, это уже чересчур, хотя бы там, ну, 3 секунды на респе, сейчас у всех интернет хороший, зачем на респе 30 секунд ждать, и, ну, как бы, вот, поэтому, как бы, зрение портится, поэтому... Тем более, это самое, ну, сильно долго в бой этот идти, как бы, в бой длится очень долго, пока до него дойдешь, еще 30 секунд на респе ждать, это очень, как бы, не очень хорошо, вот, как минимум, вот. Пока вот такое предложение, вот, играю за Т-54, потом буду выкладывать какие-то другие свои бои на моих, на любимых танках каких-то. Вот, зашел, причем так удивительно, неожиданно я зашел, неожиданно прям где-то год не играл, и прям неожиданно там следующее видео выложу. Вообще у меня там бой был какой-то вообще нереально крутой, суперский. Вот, ну, это вот эти два боя таких вот рядовых были, как бы. Я сейчас сильно подолгу не сижу в танках, потому что еще и пап, как бы, надо и тоже там играть. Поэтому, ну, и вообще, почему не сижу, потому что я говорю, что сильно долго, мне кажется, вот, играть. Поэтому захожу, какие-то там 2-3-4 боя провожу на этих... в танках, ну, на своих любимых танках, там, стараюсь какие-то прокачивать, вот. Я говорю, ну, сильно, сильно затянута, вот, кажется, игра. Вот сейчас видите, как я в бок беру этого тортика, да. То есть легко, очень просто на этом танке играется. Ну, да, вот уже вся команда вот сейчас слилась, да, получается. Ну, как бы, видите, как все равно хорошо, приятно прямо играть. Вспомнить вот эти деньки, как бы, такие, когда напролет там в эти танки играешь. Ну, я говорю, сейчас, может, что-то они поменяли, сейчас, может, что-нибудь они изменили, это самое,
улучшили, потому что вот на танках более комфортно стало играть. Если какие-то будут еще изменения происходить, я буду только рад, буду об этом говорить. Вот. Следующие бои там выкладывать. Ну вот этот танк, вот на примере того, что там многие там люди говорили, вот там как ты играешь, там у тебя там руки там, может быть, из этого, из одного места. Ну вот на примере этого боя, смотрите, там, допустим, я солью, да. Но у меня там по демаге будет, по это, я ничего там не старался, ничего не это самое, как говорится, без голды, без, вот сами видите, без всяких накруток. У меня не прем-аккаунт, у меня не прем. Танк у меня не прем этот, ну вообще у меня там легкий танк, да, у меня он стоковый, то есть представьте, без всяких этих, то есть я вам сейчас покажу, там на следующем будет видео видно, что он у меня стоковый танк. Ну то есть вот сейчас слился, да, бой, сейчас вот я слился, ну как бы играл довольно-таки неплохо. Показываю просто бой, чтобы вы не сказали, что вот я выбирал там специально, вот показывал бой, вот сейчас показываю этот бой, да, там какой-то результат, видите, там на первом месте, все, ну, понятно, все такое, да. Вот, показываю, что танк вообще стоковый, видите, стоковый танк, полностью сток. То есть, вообще, ни прем-аккаунта, ничего у меня нету, базовый аккаунт, обычный у меня этот. Он сразу захожу в следующий бой, то есть, у меня такого нету, да, что я вот, допустим, выбирал бы видео. У меня прям вот, если какие-то танки имбовые, и каждый бой он просто, ну, там разрывной, я мог бы там стримить, там я не знаю, ну мне как бы это не надо, вот, может, пока не знаю. Вот, а на обычном орудии, видишь, на обычные снаряды, обычные у меня это, даже голдовых я на него не ставил, потому что он стоковый, полностью сток. Смотрите, какой у меня вот этот бой будет, вообще отличный, прекрасный, просто нереальный, там имбовый. Причем я на нем, даже на этом танке, я, ну, заходил раз там, не знаю, 6-7 играл. Вот именно на этом танке, потому что я его там недавно приобрел, он вообще полный сток, полный этот... говорится, это самое. Я просто не знал, что он просто такой вот нереально крутой, нереально имбовый. Я не знаю, если его выкачать, там, я не знаю, какой он будет, да, ну, на советский вот этот танк. Просто нереальный. Нереально они его крутым сделали, просто, я считаю. Ну, посмотрим, ладно, сделали-то сделали. Я говорю, есть танки имбовые, есть танки, как бы, проходимые. Вот, поэтому и буду на каких-то своих любимых танках имбовых показывать видео. Тоже, может быть, комментировать, может быть, под музычку какую-то. Вот. Заходил, да, там нарезал эти, как говорится, на своих любимых танках играл. Просто нереальные какие-то крутые бои у меня получились. Я не знаю, год вообще не заходил, не играл. Ну, играю, видите, не очень такая графика, ну, как бы такая порезанная немного. Почему? Потому что, ну, как бы, чтобы играть лучше, вот, и приходится играть на немного урезанной графике. И, кстати, играю без одного чита, без читов, без даже модов у меня никаких нету. Не установил я ни моды. Раньше пользовался модами от Юши. Вот, сейчас у меня даже модов от Юши не стоит. Вообще, полностью я, видите, голый, полностью. Ни окраски, ничего у меня там нету, как бы. Ну, вот здесь вот я как бы немного старался. Обычно я лечу в бой, обычно я пру там на врага. Ну, сейчас просто вот немного я как бы стараюсь. Немного, видите, получается тут вот, как говорится. Сейчас какие-то криты проходят, не проходят дымага, просто криты проходят. Ну, я говорю, пока стоковая пушка, вот. Поэтому... Вот. Вот этот, тот бой был сливной, да, этот будет бой победа. Просто посмотрите, как я сыграл, просто посмотрите, ну, как вот, не знаю, страйк, не страйк, может быть, отдыхает, вот. Ну, вот, я говорю, что просто сейчас вот у меня раздражение было такое, что с этой артой связанное, видимо, эту арту чуть-чуть, вот, они все равно чуть-чуть ее угомонили, все-таки она не так вот дымажит, не так у нее дымага это проходит, вот, оглушение вроде так смягчили оглушение, потому что с оглушением раньше было вообще там, у тебя все сносило, все это слетало, вот сейчас, видите, оглушили, чуть-чуть хпшечки я там
чуть-чуть хпшечки я, ну, отбавилось и все. Вот, еще хотел бы поговорить, не связанное с World of Tanks, по папку, да, по папку хотел поговорить. По папку, что я хотел сказать. Ну вот смотри, читы я на американском тоже сервере нашел. Не могу записать, показать видео, потому что не записанное видео. Но там какая была такая вот ситуация, что ситуация была такая, что, в общем, прям я к стене вплотную прижался, и он начал меня через стену бить, прям стрелять в эту стену. То есть он меня никак там не видел, а в стену он, ну, как бы стрелял, да. То есть, и потом я руку высунул, у меня в руку даже попал. Вот, на американском сервере вот такое было. Ну, потом уж поговорю насчет, там, папка, там, выкладываю по папку видео. Поэтому, если что, смотрите на моем канале, там, подписывайтесь. Или просто смотрите, какие-то там уж лайки ставьте, дизлайки. Вот, пока только учусь играть. Ну, в World of Tanks я давно играю, поэтому, чтобы вы не говорили, что вот там руки кривые, там не умеешь играть вообще. Вот показываю какие-то видео. Видите, снимал. Ну, как бы на этом танке вообще я новый, я на нем даже и он стоковый, я вообще на нем как бы. Даже вот сижу, садился, вот там два дня играл буквально. Даже не верил, что каждый бой захожу, каждый бой какой-то нереально, прямо на нем какой-то просто крутой получается. Вот видите, там арту убил, сейчас вот здесь вот сейчас, ну, не могу даже критануть, потому что даже стоковая у меня пушка. Вот. Вот сейчас кого-то там подцепил. Ну, в общем, игра вроде становится такой вот неплохой, поэтому, может быть, конечно, я буду в это, не бросаю, как говорится, танки. Вот. Тоже захожу, тоже поигрываю. Вот. Единственное, какие вот, хотел бы просто, говорю, ну, разработчикам просто или это, ну, кто-нибудь услышит, посмотрит, может быть, потом через свои какие-то там эти внесут каналы такое предложение. Я говорю, ну, 30 минут на респе, ну, можно сделать хотя бы на респе, сделать 3 секунды, потому что сейчас у всех интернет, он очень высокоскоростной, широкополосный, зачем делать 30 секунд, чтобы все подгружались эти 30 секунд на респе, ну, 3 секунды будет достаточно, там в бой ехать в бой еще надо минуту-две. Вот, поэтому я говорю, что смотря на каком танке, на каком-то вообще 10 минут надо ехать. Вот видите, как играю на этом стоковом танке, да, вот смотрите, как оглушение прошло, оно практически не задело это. То есть оно как бы токсичность чуть-чуть убавилась, это очень приятно. Вот, токсичности стало меньше. Очень такой имбовый танк, очень такой, он заниженный прям. Его прям тяжело пробить, я сам удивлялся. Причем он такой на стоке, я не знаю, может быть, если я сделаю, может быть, он станет еще хуже. Потому что такое бывает, что делаешь, как бы прокачиваешь, а он становится как бы менее такой, знаете, менее крутой. Вот сейчас смотрите, как я с Т-34 буду просто тягаться. Просто. Он средний танк, да? По-моему, ну, 7 уровня, но тем не менее. Он меня должен тут рвать, казалось бы. Вот, сыграл на стоке полностью я. Сейчас. Очень красиво. Вот, поэтому показываю это видео. Если бы ничего красивого бы не показывал. Вот, ну, на этом, я говорю, я могу хоть каждую битву выкладывать на этом танке, потому что это на этом танке вообще классно, прям, я не знаю, просто нереальная инфа какая-то. Вот такой вот бой. Так что, всем всего доброго, подписывайтесь на канал, лайки, дизлайки, вот, или просто смотрите канал. Всем всего доброго, всем пока, с вами был Стас Кобальт. До следующего видео буду повод делать какие-то тоже репортажи, видео. Всем всего доброго, всем пока.